Так вот, а на самом деле видов деятельности и видов задач гораздо больше. И я как раз вот это хотела с вами дело обсудить. Вот те определения, которые дает нам, так сказать, наши СМИ, наши интернеты и так далее. Ландшафтный архитектор, специалист, обращаю внимание, СМИ магистра. Это не я придумала, как руководитель магистерской программы, это говорит нам, так сказать, наше все сообщество, который улучшает и украшает жизненную среду людей. И вот когда я увидела эту фразу, у меня, честно говоря, даже бальзам такой немножко пролился, потому что на сегодняшний день вот эта вот потребность учиться очень интересно выражается. То есть мы, и вы, наверное, в большей степени ощущаете на себе, что вы активно ездите по семинарам, вы активно общаетесь со своими же коллегами разного уровня, по, так сказать, не только по нашей стране, но до ковида это было более просто сделать, сейчас немножко сложнее. И таким образом вы набираете тех самых знаний и находите те самые приемы и методы, с которыми вы дальше работаете. То есть, на самом деле, получив первое, то первичное образование, которое у вас есть, пройдя те или иные курсы или каким-то образом получив необходимые направления данной, в работе по данному, как сказать, по данной профессии, в принципе, вы начинаете работать. Большого потребности вроде бы нет. И у нас в стране, единственное, что я могу сказать, очень быстро все, вернее, очень долго запрягают, но потом почему-то скачут так, что подпрыгивают и выпадывают все стремления. Мы с этим уже сталкиваемся неоднократно. Вот на сегодняшний день я могу сказать, вот был форум 100+, и мне пришлось быть представителем нашего вуза на совещании по нопризу. Так называемое общество проектировщиков, разработчиков, исследователей, которые, так сказать, представляют определенным образом профессиональную среду тех самых работодателей для нас. И там был разговор о рамке квалификации, о тех современных требованиях, которые стоят перед специалистами, которые работают в области, ну, скажем так, достаточно широкой, от исследований, да, связанных с подземным слоем ландшафта, до всех тех архитектурных сооружений, которые потом на всем этом пространстве выстраиваются. Так вот, есть на сегодняшний день такая штука, которая называется национальная рамка квалификации. Эта национальная рамка квалификации, она уже, если я не нарушу, но лет 8 тому назад в Москве на всяких там форумах, обучениях и прочем, об этом уже говорили, все это долго выстраивалось, как-то вроде бы выстроилось. Выстроилось это таким образом, что опять же, Путин скомандовал, быстро народ написал, и пошли у нас появляться просто так. Вот пока на сегодняшний день ваша деятельность, она не особо с этим вроде бы напрямую связана. Пока у вас особенно, ну, наверное, то, что у вас еще требует, налоговые органы, с которыми вы должны дружить, да, заказчик, с которым вы дружите, ну и тот, кто вам поставляет деньги. Больше-то вроде никаких ограничений пока нет. Но поскольку появляются требования профстандарта, проявляются требования профстандарта, проявляется это национальная рамка квалификации. В национальной рамке квалификации выделяется еще одна вещь, которая называется отраслевая рамка квалификации. И вот эти вот все квалификации и требования, они постепенно начинают выстраиваться перед специалистами.